Добрый день, милые дамы. Уважаемые господа, я надеюсь, сами справятся с этой проблемой. В этом видео я расскажу о том, как установить программу KnitStyler на свой компьютер. Мы находимся на сайте knitstyler.com, и эта программа старая. Здесь ничего не обновляется. Нам нужна функция «Скачать». Мы заходим в нее и можем увидеть в виде непонятных символов, можем увидеть в виде обычных шрифтов. У меня показывает непонятными символами, потому что у меня недавно был компьютер переустановлен, и, скорее всего, какого-то шрифта здесь нету. Не будем с этим разбираться, нам, в принципе, это не важно. Важно, что вы находите вторую кнопочку снизу на главной странице, нажимаете ее и попадаете на страницу, которая называется «Download», то есть «Скачивание». Скачиваем вот эти все файлы, которые выделены синим. Для этого мы нажимаем на этот файл левой кнопкой мыши один раз. У нас появляется меню, которое предлагает нам открыть либо сохранить. Мы выбираем «Сохранить», нажимаем. Точно так же поступаем со вторым, «Сохранить», третий. Все четыре файла мы скачиваем. У себя на компьютере я вижу, что у меня идет закачка. А теперь я иду в проводник и ищу, где у меня эти закачки находятся. Вот они у меня загрузки. В этих загрузках потихонечку закачивается то, что нам нужно для установки программы. Вот они, эти файлы. Чтобы их установить, я нажимаю на эти файлы. Я говорю «Да». И дальше мы идем четко по функциям. Далее принимаю условия соглашения. Далее он предлагает установить на диск C, создать папку KnitStyler. Нас это устраивает. Создать ярлык на рабочем столе обязательно. И установить. Все, он пошел распаковываться. Причем все, он все установил, завершили. Загорается меню этой программы и идет автоматическое раскрывание и установка программы. Ярлык уже на рабочем столе создан. Вот он, ярлык. Вот он. Вот она, программа уже у меня открыта. Я ее вижу, я в ней могу работать. Если я программу закрываю, ярлык у меня с рабочего стола ушел. То есть этот ярлык срабатывает только тогда, когда мы находимся, то есть только тогда, когда мы программу запустили. Поэтому нам этот ярлык нужно найти и на рабочий стол установить, чтобы он у нас появлялся автоматически. Для этого я иду на свой рабочий стол. Вот он у меня здесь есть, ярлык. Чтобы у меня в строке запуска появилась эта программа, я ее беру и несу вниз. И закрепляю в панели задач. Все, она у меня закрепилась. Видите? Теперь я могу запустить в любой момент. Она у меня запускается и готова к тому, чтобы я работала. Я надеюсь, что это видео поможет вам успешно установить программу KnitStyler, а с изучением программ проблем у вас не будет. Желаю вам успешного прохождения программы KnitStyler за 5 дней.